Зараза какая! Давай, давай, лечись! Давай, 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 давай! Жги, жги, жги! Лечись! Да сколько же вас здесь? Всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. На связи Вескер. Извините, что немножко так вот приплюсенький такой. Я сижу аккуратненько, чтобы не задеть геймсир. Я решил сейчас после стрима Ведьмака записать еще эпизодик. Я думаю, все понимают, как, в какие дни я записываю, потому что реально геймсирчик устроил нам небольшой такой шок. Я буду, наверное, утром его паять, пока будет монтироваться, пока утром будет загружаться один эпизод, другой будет монтироваться. Ну, все равно будет, а то другое дело, другое это дело, третье дело, я как раз-таки заду и подпаяю его. А пока аккуратно будем с вами его держать в руках, прямо тут, знаете, звонка. Ну и заодно повеселимся. И Баба-Яга мы продолжаем. Ну как раз пора с ней знакомиться. Как приятная, доброжелательная, всепожирающая младенцев девушка, женщина, карга, грымза. Ну, варианты предлагайте. Мы пока еще официально не видели, мы видели глюки. Ну и с пушкой в курых ножках. Что ж, ну я надеюсь, что вам понравится. Обязательно поддержи, поставь лайк этому видео. Буду очень признателен. Комментарий тоже напиши. Напиши, что думаешь по поводу вот этих вот русских народных сказок наших. Должен позвать, грамотно не сделали. Но... работает. Вебку выключаю, не прощаюсь, погнали. Так, дали до греха, отправляемся. Я вот прямо сижу, прямо вот... знаете, так, чтобы вот, ну вообще, чтобы не было особо каких-то там видоизменений. Итак, прогрузились, мы все здесь. Наши здесь сидят. Геймсирчик, ты вроде работаешь? Работаешь стабильно? Работаешь прекрасно. Немножко, конечно, с небольшими такими призиками. Но ладно, это не сильно критично. Главное, что винтовка работает, винтовка достается. Все прекрасно, все при нас, все прекрасно. Так, давайте сейчас еще раз зайдем сюда в магазин. Так, посмотрим, что у нас есть. В рюкзаке, ну это патронтаж, а может кто-то что-то оружие, что-то новенькое можно будет сделать. Пистолет-пулемет. Почему он здесь? Он должен быть в пистолетах, разве нет? Ну я пока похожу с золотым клыком. Винтовка, знаю, одноразовая, знаю, но... У нее есть свой шарм. Ребят, а вы как? Сидите здесь, да? Ну ладно, пусть сидят. А нам туда. Ну, идемте знакомиться с местной егой. Она, наверное, внутри. Ну, вперед. Так. О. Слишком много всего. Это она. Это всегда она. Где-то на грани, во тьме. Но всегда там. Она. За ней мы и пришли, только пока об этом еще не знали. В ней центр мира. Она может заставить туман кружиться и похитить наш разум. Может очистить мысли. Она назвала свое имя, Баба-Яга, и раны наши исцелились. Еще одно слово, и мы вновь рассечены. Мы ничто, и мы принадлежим ей. Мы будем делать так, как она велит. Мы были созданы для этого. Да уж. Что она с ними сделала? Поработила их волю, наверное. Отряд Браво. Пропавшие военные. Они здесь. В общем, она их
превратила в своих последователей. Респект и уважение, респект и уважение. Не дает, так сказать, материалу пропасть зря. Нет, ну а что, если их воспринимать именно как материал, то они им являются, по сути, вот как ни крути. Разве нет? Как хорошо, что мы с вами не в Сирии. Хоть на аллигаторов не наткнемся. О, началось. Так, спокойно. Кружится голова. Нет, мне нужна эта последняя доза. Спокойно. Это последнее. Последнее. Ну, спасибо. Лизни, вылези, вылежи. Тебе обязательно пить все. Тебе надо немножко хотя бы. О, ступа. Привет. Это нахура, Даян, я ты. Опять вопрос. Ты мне послужишь, когда умрешь. Так, я в тебя попал! Вот, неплохо. Бонус на добивание. Могу в нее стрельнуть? А, вот еще один. Ну, иди сюда! До следующей! О, я соберу, спасибо. Это я тоже соберу. А, это у меня не хватает. Странный какие-то материалы должен отметить. Мне надо ее сбить. Так, отлично, вот она. Так. А, мне ее надо подцепить. Точно. Зараза-то какая. У меня лечилок на всех хватит, яга. Что, нравится? А ну, ползи сюда, гребаная ты зараза. Нельзя подпускать ее к веревке. А, то есть мне еще и выносить надо. Ну, молодец, спасибо. Так, отлично. Давай! А, зараза! Как мне ее таскать, если она постоянно все ворует? Зараза какая! Надо как-то ее оглушить. О, вот здесь есть вариант. Леди, прошу вас. Идите к нам на подъемник. Она сейчас перережет веревку. Давай, 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 давай. Гори, гори ясным пламенем, ведьма недоделанная.
Черт! Она сейчас перережет веревку! Ладно, пусть режет, пока отвлечем ее. Надо что-то придумать, чтобы она не перерезала веревку. Да, успокойся, Лара, нам пока хватает времени на все. Давай! А-а-а-а-а! Гори, гори, не гори ясным пламенем! В своей ступе не надела. О, нет. Сбежала! Полиция! Спокойно, забираемся, Ларочка. Собираемся, собираем материалы, собираем ресурсы. Кто еще тут с нами? Где она? Она там сидит себе. Так, а, тут ничего нет. Кто еще за курва? Ты о чем? Давай, спускайся. Курва на меня еще устраивать собралась. Куда? Не сюда, что ли? Наверх? А, во! А, во! Ясно, мне как-то вот сюда или сюда. Ладно, идемте сюда. О, пёсик! Да! Ой, зараза, да сколько же вас здесь? Давай. Бегом. Давай, возьми. Так. О. Есть, с этим разобрался. У меня скоро материалы кончатся. О, добрый день, сэр. Спасибо, что предоставили мне хорошую систему вашего угнения. Есть люди желающие, пожалуйста. Иди же, черт тебя подери. Ты где, где? Отдыхает она здесь, видимо, где-то. Надеюсь, что нам дадут потом все это сделать, здесь пройти и облутать. Чую, здесь очень много всего валяется. Вот и глюки, я же говорил, что глюки победят. О! Давай, парни! Оу! По-советски! Да. Ты что за Нео такой? О, сколько же их здесь? Ой-о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 й
Держись! Зараза-то какая! Есть! Да, нет. Наконец-то! Да, стой, гребаный яга! Давай, давай, есть! Ой, сколько же на нее уходит-то? Жрет все подряд. Так, О, сделал. Отлично.
Так. Ага, мне вон туда получается, ясно. Я вспомнил, как делать бомбы, я просто забыл. Ой, сколько тут всего-то дают, прямо красота. Так. Вжри гранату! Так, а мне как-то вон туда надо перебраться. Так полагаю, мне вот сюда, да? Отлично! Ой-о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 й
вот это я тоже заберу. Винтовку мне советскую мою, пожалуйста. А лучше пистолет. Мне проще будет. К нему при... О. Так, это не сломаешь. Хотя, может быть, есть какая-то консервная банка. Было бы удобно. Вот так понимаю, вот это можно сломать. Давай, Ларыч. Смотри, даже здесь цветы растут. Давай, залезай. Великий Махач, Лара Крофт против Бабы-Яги. Держись! Отлично! Теперь осталось ее только сюда затащить. Давай, иди сюда, ты гребаная бабаёшка. Так, там мы были. Сдохни. Так, это мы заберем. Ой. Вот же замучилась она с производством-то. Ладно, мы пока здесь. Здесь можно как-нибудь забраться повыше, поудобнее? Да, можно. Рад, что это предусмотрели здесь. Это галлюцинации. Игнорируй ее. Я игнорирую. Но сложно игнорировать, когда на тебя идет толпа мужиков. Дикан! Я не дикан! Хотя и хотелось бы, не стану отрицать. Чего смеешься? Давай. Уходи отсюда. Стоп. Давай, 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 есть. Черт, она ушла. В общем, мне надо ее приманивать сюда. Так. Давай, иди сюда. Так. Давай, давай, давай. Ну что, нравится гореть, ты гребаный гига. Лара, Лара, ты меня слышишь? Слышу. Прости, немножко занята. Я лишь проснулся. Говорю, это она, Лара. Ведьма моя бабушка. Она жива. Пожалуйста, не надо. Может быть, мы до нее достучимся. Надо попробовать.
Постараюсь, Надя. Но покончить с этим все равно надо. Да, покончить сразу придется. Так что, как ни крути, а работать придется. Ломаем все. Я так полагаю, это новые уровни, да, у нас поднялись? Куда мне дальше лезть? Нет, хорошо, что где-то очухался, я ничего не говорю по поводу этого. Хватит мне твоего курва. Это турбо. Да-да-да, Агуме. Компания Акме. Наше все. Полностью поддерживаю вас, дамочка. Полностью поддерживаю. Кто там стреляет по мне? Ага, вижу. Отлично. Нам, получается, сюда теперь куда-то надо, да? Я чую, мне надо наверх. Ну, куда наверх, я не догадываюсь пока еще. Эй, Яга, не подскажешь дорожку? Ага, спасибо. Так, вон тот и тот вентиль я открыл. Нужно, видимо, еще какой-то открыть вентиль, я так думаю. Ага. Отлично, иди сюда. Идем к папочкам. Давай, Ларыч. Лови их, лови каждого. Давай. О, вот же живучие. Так, с одним разобрались. О, вот у них и глюки пошли, конечно, жуткие. Геймсир, не подведи меня, пожалуйста. Мне нужно как-то допрыгнуть. А, вон тот, видите, едет. Попробую ее сейчас отпугивать. Есть, давай, держись. Кто нас стреляет? Давай, есть. О, пёсики, чёрт, кончились! Да вы издеваетесь, что ли? Оу. Ай, зараза какая! Давай, лечись! Давай! Жги! Лечись! Да сколько же вас здесь? Ай, всё, гребаная собака, иди сюда! Ой, сколько... Равдобмен. Равдоразмен. Сколько она здесь подчинила своей старушечьей воле. О, привет. Отдыхай. Это точно Баба Яга, а не Рагдарёк, версия Лара Крофт Безумие. Да, Чика-пуба. Давай, отдыхай, не вылезай.
Все, горите, дамочка. Стой. Довольно. Я знаю, кто ты. Я могу лишь представить, через что ты прошла, чтобы выжить. Да что ты говоришь? Все кончено. Ты больше не обязана так жить. Серафима. Это ты. Но ты погиб. Они сказали, что ты погиб. С ней все будет в порядке? Сложно сказать. Ей будет тяжело, да и не ей одно. С таким маникюром точно. О, да, это точно. Спасибо тебе, Лара, за все. Какой приятный конец. Слушайте, эпизод вышел, мне кажется. 2 очка навыков у нас заодно плюсом. Если не заметил, у нас в бою 1 очко навыков уже успел прокачаться. Да уж таки, нам прямо с вами. Стрелы с пыльцой. Лук, несущий грезы, наполняет ядовитые стрелы галлюциногенной пыльцой, вызывающей панику и потерю ориентации у противника. Неплохой навык. Ну, Надежда, что скажешь? Подумала, пусть еще побудут наедине, пока я осматриваюсь. Я выключила последний котел. Теперь можешь осмотреться без... Ну, это... Без сумасшествия. Без галлюцинаций наркопритопа, так и говори. Невероятное место. Я бы тоже осталась здесь жить. Она жила здесь, совсем близко от нас. Все это время. Ну да. Ты знала, да? Теперь все кажется таким очевидным. И диалоги кончились. Ясно. Ладно, давайте изучать место. Карабкайся там осторожнее. Может, еще кружится голова от пыльцы. Спасибо. Постараюсь. Но то, что она как здесь все заделала, это прямо респект. О! Это, я так полагаю, сокровище. Оружие Бабы-Яги. Это коса, но выглядит как ведьмовская метла. Она всеми силами стремилась соответствовать мифу. Нет, ну а почему бы нет? Аутентичность соответствует качеству продукции. Баба-Яга International Incorporated. Мировой бренд. Соответствует устоям. Так, ну это для создания взрывчатки, что нам уже... А мне казалось, что это был такой более-менее такой интересный форм глюков. Ну ладно. Мы еще внизу сейчас. Мы сейчас все здесь облутаем. Прежде чем пойдем прокачиваться до конца. Нет, ну реально. Это прям было эпично. Это был эпик. Эпик мировых масштабов. Пособираем здесь все. Здесь ну, что-то можно собрать, что-то нельзя. Как она вообще... Как она до всего этого додумалась? Ну, это респект. Бабка респект, бабки зачет. Нет, ну серьезно, такую красоту сделать. Это надо уметь. Это надо уметь. О, стоп, подожди, а там внизу ничего нет? О, есть что-то лежит. Что это? Древко? Да. Ну, а, кстати... Кончилось? А, я все сделал наоборот. Так. Тут внизу тоже надо смотреть аккуратненько. По этажам пройтись тоже осмотреться надо аккуратненько. Лара, не смей тут падать, пожалуйста. Не хватало еще тебя потом вытаскивать из... Ну, слушайте, так...
реально. Дом Бабы-Яги. Слушай. Это все мельничные жернова. Она все это сама сделала. Нет, в это я готов поверить. В это я готов поверить, учитывая, насколько это все тяжело, конечно, но это вполне возможно. Это реализуемо. Это реализуемо, спору нет. Но как это. Ну, реально сложно. О, перья. Ну, перья надо. Мы буквально ей поломали всю систему работоспособностей. Так, а тут что у нас? О! Это моя долина. Я орошала землю и взращивала дурманные растения. Никто не войдет сюда. Никто не выйдет отсюда. Я не потерплю более внешнего мира. Здесь, наконец-то, я хозяйка. Грамотно, коротко, просто лаконично. И главное, официальное подтверждение права собственности. Не спорю, это ваша вотчина, мадам. Пусть так оно и остается. Надо все осмотреть. Чтобы уж наверняка. То мало ли что еще. Так, а тут у меня, надеюсь, не будет какого прихода. Так. А здесь есть способ как-нибудь забраться? Ага. То есть лучше мне прыгать, конечно, на камень, да? Ну ладно, на камень прыгну. О! Заметьте, а там проход боковой. Куда-то ведущий. А куда ведет? Он же куда-то ведет, ведь так ведь? Ну-ка. Так, ну... Это можно сломать, но с помощью взрывчатки, так полагаю. Тут есть у нас какой-нибудь... Так, плот есть, но подтянуть нет смысла. Внизу много чего валяется под водою, но... Это уже под водою. Это открываем. Ну, чтобы было проще. Ну, реально, мой респект. Так, так много всего отстроить. Так много всего сделать. Это чудо света. Это новое современное чудо света. Столько всего сделать, столько всего построить. Здесь сюда еще заплывем. Я уверен, что здесь много чего будет. Давай, Ларч. Интересно, где они сейчас, старики наши? Вот, любопытно, просто куда они пошли. Они на улице сидят, так думаю. Дышат свежим воздухом. А то все, понимаете, этот запах, это пыльца. Это же плохо сказывается на их самочувствии. Вот, все открыли. Все открыли, все забрали, все починили. Ну, почти все. И все же вопрос, а кто это с ней был-то? Да я же ни тела не вижу. Нет, ладно, я понимаю, волки, когда волки были. Волки это волки, черт с ними. Так, это... О. Это особая ученица, это материк. О, какие люди. А говорить никого не пускала. Найдены секретики. Ну, давайте глянем.
Так, вот эту я нашел. Это тот самый тайник, который был вот в другом перекрестии. Это мы помним. Это я помню. Мы сейчас туда тоже сходим. Но надо как-то запрыгнуть. Но сначала туда. Он ближе просто. Видите, они даже светятся. У Лары есть способность их обнаруживать, но я не всегда это вижу. А с помощью этих карт мне намного проще. Благо, хотя бы можем. Благо, хотя бы можем. Кстати, сколько у меня византийских монет уже? Черт, только 49. Че так мало-то? Тут целую бабу-ягу одолел. Можно было бы хотя бы сотку накинуть. Конечно, понимаю, что Лара та еще дурочка у нас. Вместо того, чтобы брать византийское золото целыми горстями. Но нужно признать, у нее здесь отличный такой репертуар. Ранец географа. Документ я тут весь взял. Этот документ мы тоже брали. Ну, в общем, это текущая задача, это немножко другое. Это в погоне за Яковым у нас с вами. Ну, то есть, получается, здесь-то я все, что ли, забрал? Получается, у меня остается... Слушайте, я вообще молодец. По внимательности у нас сегодня прямо пятерка. Давай, залезай, не смей мне тут падать. Слушайте, реально, мы прям молодцы с вами сегодня. Так, мне туда надо. То есть, вон там, наверху все. Но мне надо как-то туда попасть. То есть, смотрите, здесь есть некий какой-то механизм, в котором я ни черта не понимаю. Но который точно есть. А вон там находится то ли материал, то ли рукопись. Как мне вот туда попасть? Может, там есть какой-то обход, который я не наблюдаю? Возможно, есть обход, но на уровне выше, точно. Давайте наверх поднимемся, чуть повыше. Наверняка там что-то наверху есть. Можно, пожалуйста, такси? Если уж забирать, так забирать все. Я не хочу, чтобы было как в Сирии. Причем, заметьте, целое производство обустроило. А, вот, кстати, смотри, здесь еще что-то есть. О, хорошо заметил. Я говорю сама с собой, просто чтобы услышать чей-то голос. Он заполняет пространство и время, но мне нечего сказать. Когда тишина одолевает меня, я пытаюсь заснуть. Я вижу сны о том, чего лишилась. Надеюсь, их смерть была легкой. Надеюсь, что мои сны лгут. А, то есть она видела, как все ее обидчики помирали жуткой страшной смертью. Ну нет, с жуткой страшной смертью помирали. Не надо желать хорошего, не надо. Не желайте хорошего обидчикам своим. Держись, Лара. Как у нее только кисти выдерживают при таком полете? Вопрос реальный, кстати, если что, на заметку, любопытно. Я думаю, туда тоже можно попасть, мне кажется. О, точно. Можно попасть. А как? Нет, это надо как-то куда-то подцеплять, я так думаю.
А куда? Вот сюда, что ли? Это пока единственная точка, куда я вижу, куда может подцепить. Но проблема в том, что здесь заградительный у нас. Это мне не совсем понятно, к чему прицеливаться, пристреливаться. Я вижу, здесь есть часть механизма. Может быть, я сломал механизм просто, когда сражался. Поэтому это все встало. Типа она тут везде летала, я выстрелил, она встала. Нет, бред какой-то. Но если так просто посудить, я не вижу, куда бы я мог еще прицелить. Давай, залезай. И идем наверх. О, да-да-да-да-да, вон там сам. А потом спустимся там аккуратненько. Ой-ой-ой-ой-ой, Лара! Ты наверху? Нет. Она внизу. Ой. Как же тяжело. Вы заметили, какой забавный баг сейчас, ну, с вами сейчас был? Благо, здесь мы можем быстренько дошепать до нужной точки нам. Лара, прыгнула. Кстати, я так понимаю... Да, вон там, видимо, есть тоже проход, так могу судить. Но он не ломается. Так, жду следующий, не будем торопить события. Давай, залезаем. Аккуратненько доедем. О! Видите, я же говорю, там тоже есть дорога. Там тоже есть дорога. Надо будет сходить, посмотреть. Стариков я не наблюдаю. Возможно, здесь отдыхают. Так, что тут у нас? Особенно ученицы и одна шестеренка. Как это издевается должно быть надо мной. Не, до сюда не дотягивается. Хотя можно было бы... Нет, это был рабочий вариант, но... Полагаю, не про это место. Карта обновлена, найдены секреты. Ну, давайте, расскажите мне свои секреты. О, вот это уже что-то, кстати. Так, это наверх, это внизу. Пока пройдемся по верхнему этажу еще раз. Сколько пыли здесь. Это если что пыль, ребят. Это не ко мне претензии. Палатки был документ. Ну, хотя там, может, были еще продолжения глюков, поэтому черт знает, конечно. Черт их все знает, эти глюки. А вот этот я вижу, значит, нам туда надо по-любому. Сначала по верхнему пройдемся. Может, туда получится прыгнуть, как вариант. Так, это спуск вниз. Да, пока нам не надо. Здесь какой-то механизм. Если я смогу его активировать, то у нас все получится. Слушайте, у меня сейчас голова закружится, наверное. Но на сборы здесь реально много чего уходит. Давай, Лара. Вот эти... Вот они как-то взаимозависимы, только я не знаю как.
Если найти способ залезть туда или как-то вот подцепить, то я смогу их поднять. Можно было бы, конечно, попытаться вот эти поднять, но опять же я не смогу тогда сюда залезть. Хотя я столько дорогу сюда открыл, может что-то и получится, но не факт. А! А ларчик просто открывался. Давай, держись, ко мне не смей тут падать. А ларчик просто открывался, я такой вот идиот. Я надеюсь, это не обратный отсчет. Есть другой альтернативный способ подняться? Нет? Кстати, заметьте, она сделала, по сути, себе полноценную сауну. Как ни крути. Такая себе вот... Слушайте, реально сделала себе Ля, вы серьезно? Они серьезно. То есть хотите сказать, что это реально на время? О. Ну, что поделаешь, давайте на время. Я не возражаю. Это вызов. Кстати, заметьте, вот видите, я дороги все открыл. Считайте, можно легко подняться. Это, кстати, успокаивает. Кстати, реально это успокаивает. Это, то есть можно так вот путь сократить неплохо. Если грамотно все делать. Если грамотно только все делать. А не бездумно, как я. Так, давай-ка еще раз. Так, да сюда получится. Давай. Давай, залезай уже, Крофт! Я закончу с этой загадкой. Загадку взял, загадку сделал. Благо мы тут все открыли, так что проблем быть не должно. Давайте пока считать, сколько у нас секунд уходит на это. Хотите еще считать? Такое ощущение, будто я хочу бегать тут по сотни раз подряд. Нет, конечно, я не хочу бегать по сотни раз подряд. Но загадка мне ясна, я хочу ее здесь решить. Я принцип понимаю, мне скорости не хватает. Давай, Лара. Ну, Сарушка реально молодец. Создал. Вот. Жалко, что здесь нету способа зафиксировать это дело. Я бы зафиксировал бы. Не знаю, вот какую-нибудь тяжелину. Может, мне боком проехаться. А что, кстати, нет-то? Вариант неплохой был бы. А, я подняться не смогу. Так, давайте я сначала тогда посмотрю дорогу. Здесь завалы одни, поэтому... Ну, разве что проехаться до туда, как вариант, но это долгий путь будет. Давай! Нам нужен скоростной способ какой-то. Давай.
Почти. Остается только вот этот вот вариант с каруселью. Единственно рабочий. Давайте я сейчас это проверю. Я могу вообще прыгнуть? А, тут есть одна каруселина. Вот она нижняя, видите? Она чуть пониже. До нее я технически допрыгнуть смогу. Чисто сейчас я дождусь ее. Подождите, сейчас посмотрю. Лучше сейчас один раз перевзить, чем потом не довзить. Давай, Лара, пробуем. Потому что если я вовремя выстрелю в нее, мы на ней вовремя доедем до того края. И тогда мы с вами грамотно все везде сделаем. Да, отсюда допрыгнем спокойненько. Проблем вообще не будет. Все. Проблем, вопрос решен. Сейчас нужно только дождаться, когда это будет у нас прямо по системе подходить. Так. Так, ждем. Вот, все, пора. Давай, залезаем. Давай быстрее. Такси, пожалуйста, быстрее. Время не на нашей стороне. Но заметьте, мы все равно быстрее движемся. Нет! А, успеваем. Успеваем, успеваем, успеваем. Ну, судя по всему, поняли, как это работает. Вы поняли принцип, но... Я не успел пока по времени попасть. О, как идеальненько прыгнул. Нет, я заберу ее. Не будет больше Сирии у нас здесь. Да, Сирии на мне тут очень хорошо сказалось. Так. Ждем, как только она доедет вот до врат. Выстреливаем. Чёрт! И где мы сейчас возникнем? Да уж. Ладно, наверное, я чуть позже разберусь с этой загадкой. Как раз долго записываем. Что ж, ребят, давайте тогда пока на этом с вами сегодня закончим. Надеюсь, вам понравилось сегодняшнее прохождение. Спасибо всем, кто нас сегодня смотрел. Мы знаем, как решать эту загадку. Но чтобы эпизод не затягивался, я сделаю больше перерывчик. С вами был Вескер. Спасибо всем, кто смотрел. Ставь лайк, если тебе понравилось. Пиши комментарий, если есть что прокомментировать. А тут есть прокомментировать, что? Так что, ребят, всем до скорой встречи. Всем пока. Увидимся. No!